Закончился буран. Ожидаемо. Морозами и гололедом. Но зато солнце светит очень ярко и приятно. Как наши богатыри поживают? Здесь нормально, здесь тоже нормально. Стоят припорошенные снегом. Так, ну что ты делаешь, а? Ну обязательно надо подвернуть. Снежок убирает. Исакен Сейфуллин на месте сидит. Так что все в порядке, по крайней мере, здесь. На Бухажирау. Сейчас подъехали к самому старому району нового города. Еще в 30-е годы он строился, этот район. Есть фотографии, где здесь повозки с лошадьми ездят возле этого исполкома, да? Сколько раз его переименовывали, то, что направо она стоит. Сейчас здесь Казахмыс находится. О, извините, Казахмыс. Арсел Митл. А вот с этого здания начиналось строительство нового города. Это уже новострой. Понятное дело, был факультет химический факультет КРГУ. Разрушили, построили новое здание. Но это сквер имени Сергея Орджоникидзе. Первоначальное название. Теперь Серго нету. Стоит Абай с одной стороны. Ну, поскольку это теперь улица Абая. А там Юрий Гагарин. Так. И медицинский, бывший корпус КРГУ, Балашак, ну и так далее. Как-то странно люди паркуются. Один наискосок машину поставил, другой вообще три места занял. Такой сегодня день. Морозно. Бульвар. Или как сейчас называют? Проспект. Что, конечно, терминологически абсолютно неверно. По сути, главная улица города сейчас. Ну, в силу известных причин. Поэтому с нее уборка начинает. Ну и там, конечно, Чуакимат есть. Там тоже порядок надо наводить. Непредсказуема карагандинская погода. Буквально пару часов назад солнце светило, а сейчас
Опять снег пошел. Ну, правда, небольшой. Морозец пока. Вот Станиславский здесь на месте. Морозец небольшой. Более того, опять обещает плюсовую температуру через пару дней. Ну, посмотрим, как будет на самом деле. Синоптики иногда правду говорят, иногда ошибаются. Гуманитарный колледж современный, вот это вот. Ну, еще сейчас одно здание покажу, раз уже здесь оказался. Здание, которое было признано самым красивым в Караганде. По крайней мере, по опросу 5-го канала. Во главе с Рушаном Бараевым, если мне не изменяет память. КСЛ. Вот здесь, на улице Алалыкина. Ну, здесь корпуса стоматологические, по-моему. Здесь ресторан. Такой библиотечный, с книжками. Библиотека номер 9, так и называется. А вот это здание слева и есть самое красивое здание. Что здесь находится, пока не помню. Потому что был административный суд, а еще какой-то, в общем, вот так вот. Ну, опять на улицу Ленина Абая выезжаем. Так, ну давайте разъезжайтесь быстрее. Работают, гребут. Пока снега мало, надо его грести, а потом много будет уже, сил не хватит. Спасибо за внимание, всем здоровья, хорошего настроения и погоды.